Да, ладно, Игнат, здравствуй. Портал GoodGamer приветствует. Расскажи, пожалуйста, про турнир. Турнир — это первый турнир в мире по призовому фонду по криптовалюте. Мы очень рады, что компания с белорусскими корнями это организовывает. А, собственно говоря, когда Алексей к нам обратился и сказал, ребят, давайте проведем какой-нибудь турнир, мы сначала со скепсисом отнеслись, потому что сложно и продавать историю, потому что криптовалюты. Ну, на самом деле, все получается, и мы очень рады. И, собственно говоря, турнир это имеет призовой фонд 100 тысяч долларов в криптовалюте компании Play to Life, которая выступает партнером нашим. Вот. И, в принципе, мы надеемся, что хорошо проходит. Посмотрим, какую реакцию дадут аудитория. Соберем фидбэк. Да, сочный Counter-Strike в Минске — это классно. Это классно, да. Условно говоря, это не первый турнир с призовым фондом в криптовалюте, это первый офлайн-турнир. В 2011 году проходил турнир по StarCraft Brood War, в котором призовые места с 5 по 8 получали по 25 биткоинов. И в данный момент это получается самый крупный призовой фонд в турнире по StarCraft. Потому что сейчас это составляет больше 400 тысяч долларов, а тогда это было нисколько. Как ты думаешь, возможна ли такая судьба у этого турнира? Что когда-нибудь эти 100 тысяч долларов будут там, не знаю, миллионом? Почему нет? Многие криптовалюты показывают большой рост. Я лично не являюсь экспертом в криптовалютах, поэтому я не могу сказать, будет ли криптовалюта Play to Life расти, но мы будем рады, если это произойдет. Смогут ли команды после победы получить деньги сразу? Имеется в виду в долларовом эквиваленте или в любой другой валюте, то есть не в криптовалюте? Смотрите, команды получают люки, да, так как сейчас идет очень активная ICO компания Play to Life, есть пул инвесторов, которые гипотетически могут купить эти люки, если команды захотят продать их, собственно говоря. Ну, это решение абсолютно команды, я же говорю, что это просто-напросто есть пул инвесторов, которые выкупают объемы и могут продать, но это уже совершенно решение команд, хотят ли они... Обкажется сейчас или оставить себе, потому что мне интересно, эти команды, которые по 20 биткоинов выиграли, что с ним произошло? Неизвестно, это были игроки, то есть это был не командный турнир, а соло, и нет информации, не можем мы найти, что они сделали с этими биткоинами, но действительно интересно. Расскажи, как часто в Минске проходят подобные турниры, как вообще в Беларуси состоит ситуация с киберспортом? Скажем так, Беларусь имеет хорошую давнюю традицию киберспорта, потому что я еще сам в 2001 году участвовал в турнирах, и я был профессиональным игроком, но симрейсинг, у меня очень специфический виртуальная Формула-1, там моя команда самая титулованная была в регионе, ну, это нетрадиционный киберспорт, да. А в Беларуси проходили в 2001 году уже турниры, которые собирали аудиторию, и призовые фонды тогда были, я, например, выигрывал призовые фонды эквивалент там, $500, например, там цифровая камера в 2002 году. Это было бомба, да, у меня в очередь с одноклассников стояла, чтобы потрогать ее. Вот, поэтому я очень рад, что Беларусь приходит опять, Беларусь опять появляется на сцене. К сожалению, не так много пока турниров проходит здесь. Там ребята StarLadder делали, да, в Минск-арене очень прекрасное мероприятие. Я надеюсь, что и мы, и другие операторы будут дальше развивать это движение и сделать Беларусь действительно хотспотом. На самом деле, у этого есть шансы. Беларусь может стать хотспотом, потому что во многих киберспортивных турнирах большой проблемой являются визы. То есть, например, когда мы проводили турниры в Литве, да, или в России, это была просто кошмарная история с визами. Там мы тратили огромное количество денег, мы тратили огромное количество времени. Это же был турнир. А Беларусь объявила безвизовый въезд практически всем странам мира. Там, по-моему, какое-то количество есть, которым нельзя без визы, да, но они, по-моему, не играют. У них там не развиты еще до того, чтобы играть в киберспорт. И поэтому это может стать действительно магнитом для турниров, потому что можно быстро вот так вот the last moment команды привести. Мы имеем опыт, мы видели, что происходит, как мы страдали при этом, что даже отказывались некоторые команды прилетать, потому что посольство Литвы, например, не дало визу китайцам, потому что. А здесь нет, не надо, поэтому Минск может стать магнитом. А готов ли сам Минск в плане инфраструктуры? То есть, вот, как мы видим, этот турнир Минск смог вместить. То есть я знаю, что Falcon Arena вмещает 3500 человек. А если на что-то большее мы
претендуем. Ну, чем черт не шутит, International. Ну, International, я не думаю, что Сиэтл куда-то уедет, но делать большие мероприятия, конечно. Ну, смотрите, что киберспортивный турнир — это не Олимпийские игры. Там мне не надо построить там кучу объектов, да. Мне хватит того, что я построю, что я буду пробовать использовать существующие объекты. А в Беларуси одна из крупнейших крытых арен в Европе, Минск-арена, да, которую же Starladder использовал. Starladder ее использовал половину только. Ну, не половину, там процентов 60-70 они использовали, да. То есть при другом сетапе, там при сетапе, например, интернешнлском, там можно запросто вместить 13 тысяч человек. 13 тысяч человек — это, ну, где больше было, да? Ну, на интернешнле немножко больше, да? Там немножко больше, но еще раз. То есть смотри, ну, то есть все проходит примерно в аренах подобного типа. В Минске есть прекрасные арены подобного типа, в Минске есть прекрасные отели, в Минске есть дороги, в Минске есть автобусы, в Минске есть еда, в Минске есть интернет, поэтому я не вижу никаких преград, это что проходило. Есть ли в Минске киберспортсмены? Какие киберспортивные дисциплины развиты в Белоруссии? Ну, конечно, есть Quake очень сильно развит, и последний турнир выиграли представители Беларуси. Counter-Strike, сейчас посмотрим, как Гуджобс играет. Надеюсь, они будут в финале. Я хочу, чтобы пришли, поболели как можно больше людей. Ну, они пока не настолько сильные, конечно, как... Ну, то есть это не тир-1, наверное, команда, да, но тоже развиваются. Кто у нас еще есть? Ну, фиферы тоже там что-то пытаются делать, но... Overwatch достаточно хорошо были, пока... Там тоже... Пока... Blizzard не начал фигней страдать, да, называясь своими именами и как бы с этой своей лигой. Вот. Ну, в принципе, развивается. Виртуальный гонщик у нас сильный был. Был даже и StarCrafter. Да, мой одноклассник, кстати. Лавли, да ты что? Расскажи поподробнее об этом. Я думаю, что зрителям нашего портала будет очень интересно. Слушай, Плебан прикольный чувак, он был жутко умный. Он был какой-то космический, он был в космосе, да, витал, он всегда любил киберспорт. У нас StarCraft, мы с вами играли в StarCraft постоянно, мы по модемам коннектились, тогда еще можно было, ну, с Плебаном играть, ну, это было, знаешь, типа, сборная Испании по футболу играет против дворовой команды, да, то есть там... У нас был чемпионат, кого Антон вынесет не так быстро. Можно так назвать это было. Вот, да. Ну, конечно, мы очень рады были, когда он после школы уже начал на ВЦГ ездить, да, и как бы гордились им, да. Знаешь, к сожалению, он сейчас не играет, да. И... А чем он сейчас занимается? Уж хорошо, просто не видел его давно. Они пошли, там половина моего класса пошла на радиофизику, а я пошел на маркетинг. И как бы после этого не сильно увиделись часто. Ну, это знаковая фигура в StarCraft, конечно, это... Сейчас моя мечта, и если там StarCraft будет развиваться как дисциплина, если все же опять поживет, да, просто Плебана достать, сказать, играй, пожалуйста, там, просто команду ему создать, да, там, не знаю, спонсоров ему привлечь, просто вот как бы, ну, потому что это круто, да. StarCraft живее всех живых, на самом деле. И... Нет, StarCraft живее всех живых. Ты слышал, что последний турнир в Корее выиграл представитель не Кореи, канадка Скарлетт? Честно, нет, не слежу за StarCraft'ом. Моя основная связь со StarCraft'ом, потому что я играл в 9 классе против Плебана. Поэтому, честно, можно более открыто общаться, потому что, если что, я как бы что-то... Окей. Okay. Да, ну, то есть на самом деле, знаешь, когда ты понимал, что ты настолько на другом уровне, что у тебя даже нет мотивации развиваться. Ну, я же говорю, я играл именно, ну, я занимался симрейсингом, поэтому мне было не до этого. Я по 8 часов тренировался своему симрейсингу и в StarCraft, ну, просто с ребятами покатать. Да, ну, понятно. Это как у всех. Ну, спасибо большое.